Здравствуйте всем, с вами Стокер. В предыдущем видео про Sony PlayStation 2 Slim версии я вам показывал распаковку. Ну а в этом видео будет обзор. Вот видите такую коробку, это я ее туда положил, потому что я купил ее бэушную. Sony PlayStation 2 это самая популярная приставка в свое время. Выпущена была она в 2001 году и попала даже в рекорды Гиннесса, как самая продаваемая приставка, продалась 1 000 000 000 копий по всему миру. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим как саму приставку, сначала что входит, а потом уже я расскажу вам характеристики, ну а потом все разъемы. Это мое, там диски у меня лежат. А когда я покупал, кстати, да, покупал я за 600 гривен на сайте Torq.ua, на нашем украинском сайте. Вообще у нас продают от 600 гривен до 1200, но 1200 можно найти нормальную, запакованную на радиорынке у нас в Украине, в Днепропетровске. В магазине я видел, продается за 1450, где-то так. Ну давайте. Так, первое, это контроллер. Джойстик у меня один, и он, ну, немного не в важнецком виде, но потом к нему. Также, кто продавал мне, диски дал, 3 диска. Ну, оригиналы там. Ну, там еще и пишущие диски. Также сама приставка Slim версии. Вот она. Ну, мы ее потом придем. И также у нас блок питания. И тюльпаны. Вот они. Тюльпаны. И вот такой вот ход. Все. С этим мы покончили. Так, контроллер нам будет надо. А это нам будет уже ничего не надо. И откладываем это пока вместе. Вот так вот сделаем. Итак, давайте я вам сейчас расскажу как характеристики, а потом уже перейдем непосредственно к самой приставке. Итак, процессор 252 ГГц. Графический процессор 4 мегабайта. Видеопамять с частотой 148 ГГц. Оперативная память 32 мегабайта. Так, ну и теперь давайте посмотрим на саму консоль. Так, это пока отложим. Вот она. Какие у нее есть разъемы? Ну, во-первых, два разъема под джойстики и наверху разъемы под карту памяти. Что хотел сказать бы про данную эту модель? Немного я, конечно же, лоханулся, можно и так сказать, но мне это не мешает. То есть, немного неважнецкий вид, немножко, не сильно, корпуса. Но, в принципе, если вам не важно, какой корпус, главное, чтобы играть, то, в принципе, нормально. Это незаметно, но мне было заметно. Если вы хотите покупать, чтобы было и качество хорошее, и, ну, то есть корпуса, и сама приставка тоже, то лучше я вам советую спрашивать фотографии, если нету фотографий, там, где вы покупаете бэушную. Так, вот карта памяти. Карта памяти на 8 мегабайт, не гигабайт, мегабайт, в то время было нормально. Вот, вы видите вот этот слот, немного вот эта крышечка отходит, ну, немного она криво стоит, точнее. Вот так вот это все делается. Раз, и все. И карта памяти стоит. А карты памяти продаются также на 8, также есть на 16, и на 32, и на 64 мегабайта. Здесь у нас два USB порта. Не знаю, конечно, для чего. Ну, наверное, можно карту памяти подменять сырой, наверное. Так, здесь у нас кнопка включения как раз. Один раз нажал — включилась. Второй раз нажал — перезагрузилась. Длительное нажатие — выключение. Также вот здесь есть кнопка «Открывается привод». Да, здесь уже диск у меня стоит. Диск — это у меня CD, но принимает еще и DVD-диски. Это его основное предназначение. Открывается так же, как и на первой Sony PlayStation. На второй Sony PlayStation первого выпуска обычная просто у меня открывается вот так вот. Вы знаете, как у DVD. Или у компьютеров. Это версия чипованная. Сейчас расскажу, что такое чипованная. Это вы приносите там, где чинят их. Ну, в основном уже сейчас такое не делают. Сразу чипованные, но раньше так делали. И вам ставят специальный чип, и он принимает диски, болванки обычные. Вот такие, типа вот обычные диски. Кстати, как записывать, я вам потом покажу видео. Потому что обычно ты не запишешь просто кинул файлы. Через Nero тоже. Надо специальная программа. Потом делаю видео. Так, здесь у нас нету ничего. Сзади.
Сзади у нас есть вход под провод интернета. Да, здесь есть интернет. И раньше игры принимала, это я не знаю, честно, что не буду вам говорить. Это вход тюльпанов. Ну, тут такой специальный вход я вам показывал. А на телевизор уже тюльпаны. Ну и это вход блок питания, розетка. Вот такой он. Вот здесь вот вы можете, специально есть такая штука, вы вот так можете ее поставить, вашу приставку. Ну, мне и так нормально. Вот такая вот. Так, вот, собственно, джойстик. Джойстик у меня, конечно же, ну, такой, видно, что облезлый, староватый, но я себе сказал, куплю второй. Рассказываю про этот джойстик. Аналоговые кнопки мы видим вот. Также старт, set name и кнопка, которая включает вот эти джойстики. Если вы присмотритесь, то вы увидите, что вот здесь вот немного отколото. Ну, просто джойстик староватый. Так, дальше. Кнопка у нас нолик, потом треугольник, вот, квадрат. И нету у нас икса, видите, стерлось. На этом наш кребл, чтобы было видно. И вот так вот. Также два хороших вибратора, кстати, работают хорошо. И два шифта. 1.2 правый и 1.2 левый. Работает тоже хорошо. И большой провод. Вот с таким разъемом. Кстати, такой же разъем и у первой Sony PlayStation. Так что джойстик может подойти. И хочу сказать, что игры тоже подходят от первой Sony PlayStation. Так что если вам нравится, записывайте. Потом покажу, как, только на CD-диски, потому что DVD не принимала еще первая Sony PlayStation. Также есть куча разных эмуляторов, там Dendy, Sega, так что тоже можете закачать. В общем, все, только что я вам показал обзор на Sony PlayStation 2 Slim версии. На следующих видео я вам буду показывать это игры на нее. С вами был Стокер, не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки, а также заходить на мой лайв-канал и делать то же самое. Всем пока, до следующего видео.